А, да, уже закончено сбор. А, ну слушай, здорово. Так, ну тогда это. Хренакс! В забор! Пьяный под забор упал! Капста, вот вы представляете, я вижу, что у меня все черное. Просто в унитаз смываюсь какой-то. Ну хреново, перезагрузи комп, сходи. Да, да надо, ну не впад. А ты знаешь, спрашивай, где сон про девочку с бионическим сердцем? Сон с бионическим сердцем. Я все пытался записать. Вот честно, не поверите, за последние, наверное. Дня два я все пытал, я прям реально дублями сидел, записывал. Но это для рассказа мне было очень тяжело, мне нужна была другая атмосфера, чтобы записать этот ролик. Наверное, знаете, я его сейчас расскажу. Охрененно. Чтобы на фоне вот как бы это все более-менее какой-то видеоряд был. Значит, сон про девочку с бионическим сердцем. На самом деле это очень непростой сон, потому что после него я буквально две недели не мог. Ну, как-то, знаете, спать. Не то что спать, я был раздавлен морально. Я был в таком апатичном состоянии, что... Ну, сейчас вот убью этого засранца, все, он, кажется, там умер. Что очень было тяжело засыпать и постоянно себе что-то на мысли накручивал. В общем, жопа. Суть. Снится, что я выхожу во двор ночью, то есть двор пустой абсолютно, окна тоже как бы там у домов единичные только горят, такая вот атмосферка, все. И не хочешь поиграть? Я как-то скажу. Ну да. Ну вот. И ты офните, пожалуйста. Алена играет пока что. Я в черный список добавлю этого человека, он никогда с нами не будет играть больше. Вот, значит. Ну и вышел я во двор, не знаю зачем вышел, просто прогуляться что ли, или кого-то ждал, или что-то ждал, неважно. И вижу, что во дворе кто-то что-то ходит, мелькает или что, ну и ко мне приближается женская фигура. Подходит ближе, и я вижу, что это девушка. Лет 17-16, я такая, подходит, говорит, привет. Я такой на нее смотрю, такой, привет. Я говорю, ты что, заблудилась? Она такая, да нет, просто, типа, вот гуляю. Я такой, ну, замечательно. Типа, хочешь, говорю, составлю тебе компанию. Она такая, давай. Ну, и что-то там слово за слово, мы с ней пообщались где-то час времени по сну. Я не знаю, это время, течение времени во снах, это вообще отдельная тема, поэтому я не буду говорить, но по ощущениям это было где-то час, вот честно, сколько мне снилось. Вот, ну и когда уже я почувствовал, что начинаю просыпаться, я уже прям начал, ну я, типа, пойду, пожалуй, да, там, может быть, еще увидимся. Она такая, это вряд ли. Я такой, а почему? Говорит, ну, дело в том, что я через 3 дня, типа, умру. Я такой, типа, в смысле, это как вообще, ты почему? Говорит, ну, дело в том, что я нахожусь на очереди в донорство на сердце, и в данный момент донора нету, и вряд ли будет за последние 3 дня, за следующие. И говорит, сейчас у меня вместо сердца, типа, бионическое сердце, и она вот немножко так там показывает, и оттуда фиолетовое свечение, прям видно, как сквозь кожу там что-то механическо-фиолетовое прям выбивается такое. Я такой, нифига себе. И говорит, ну вот, типа, говорю, ну давай тогда завтра, типа, встретимся, еще пообщаемся. Она такая, хорошо, давай. Окей. И тут я просыпаюсь. Просыпаюсь, и весь день я был в таком состоянии, что вот как будто вот я должен что-то сделать. Вот реально, вот прям такое ощущение было жесткое, что я должен в этом, в реальном мире что-то найти, то ли найти эту девушку, то ли вообще что-то сделать. Но там рутина, быт, короче, что-то как закрутилось-закрутилось. В итоге ночь, и снова я ложусь спать, и снится снова этот двор, и снится, как она меня встретила, говорит, привет, типа, чё, ну, типа, мы снова, типа, с тобой здесь, да, общаемся, ну, я такой, нифига себе, ладно. Также пообщались с ней где-то час, и, кстати, вот для тех, кто не в курсе, да, вот, наверное, это я рассказываю, если вы не видели ролик, который выходил у меня на канале, прямо так и назывался «Мои странные сны», то есть многим, может быть, это раскроет небольшую тему того, что я сейчас рассказываю, но... Вот, то есть я появляюсь опять же на том же месте, мы с ней общаемся, и под конец нашего общения я снова говорю, что я буду завтра в это же время в этом же месте, просыпаюсь, значит,
И снова у меня целый день вот на такой вот, на такой ноте, что я вот не могу ничего нормально делать, и мне вот прям трясёт. Я понимаю, что вот как будто бы человек где-то вот в этом мире умрет, и я вот только один об этом знаю, и я могу только один на это повлиять, но на планете Земля несколько миллиардов человек, как я могу вот найти и узнать, кто и что, и вот, в общем, такая прям душевное терзание. Значит, потом, ну, опять же, наступает ночь, я снова ложусь спать, и снова этот двор, снова эта девушка, мы с ней мило общаемся, ну, я уже прям реально за эти 3 дня к ней так сильно привязался, что я не помню, о чем мы беседовали. Я точно помню, что мы о чем-то конкретном разговаривали, но когда просыпаешься, большая часть стирается из памяти. Но факт в том, что да, там мы реально прям общались. Прерву ваш диалог. Время Хоку. Загадочный свет льет луна недотрога. Достать нелегко. Все. Теперь можете продолжить свою речь. Хорошо, спасибо, лалалайк, за 34 рубля. Немножко сбился с мысли. Сидели? Так. Нам вообще на краполях на последних вытащили. Нама! Так. Ну и вот, в общем... А, ну и получается, что это уже третья ночь, когда она мне снится, мы с ней общаемся. И вот уже, собственно, опять наступает конец нашего общения. И тут я понимаю, что это последний, по факту. Наша ночь, когда мы с ней вот так вот, общаемся и, ну, грубо говоря, с ней попрощались, расстались, это было очень слезно даже, и я проснулся, вот. И после этого мне было очень хреново. Я вот этот день, то есть уже когда на четвертую ночь хотел выйти, я не знал, как убить время, я реально его пытался убить, чтобы снова лечь спать, чтобы снова ее увидеть. И когда уже все-таки дотерпел в этой ночи, я лег спать, мне уже снился совсем другой сон. То есть абсолютно в другом месте, все снова другое. И после этого она мне так и не снилась. Вот эта девушка. Я даже ее имени потому не что знаю. Умерла, все, и не успел. Да, то есть понимаешь, вот, и вот в том-то и прикол, что вот после этого она мне больше не снилась, а это уже 3 года прошло, понимаешь, с этого момента. И когда вот это все случилось, я когда уже проснулся, да, вот с осознанием того, что все, она мне больше не приснится, такое говно. То есть я сижу и понимаю, что все, я опоздал. Что я уже ничего не смогу изменить, что вот конец наступил, и я просто потерял момент. А ведь я якобы мог что-то сделать. Вот именно это вот чувство как-то все усугубляет, и прям вообще такое говно на душе. Я вот после того, когда я вот это рассказываю обычно кому-то, очень редкое событие, кстати, кому я именно этот сон рассказываю. У меня где-то, ну, может, сейчас вот опять хреново, не знаю, вот отойду быстрее, наверное. Очень такой тяжелый сон, прям. После него такое говно. Ладно, мне Алена отдала, я сейчас немножко потеряюсь в игре, пожалуй. Да нет, часть чего ревновать-то, ребят, но это совсем... Нет, это немножко другое, тут дело не в этом, тут вообще прям очень деликатно, очень всё. Сложно. Ай, бляха, все, забери меня, игра, я не хочу об этом думать. Нет.